Jelgava. Divas ļoti labas komandas savā starpā. Protams, ka šodien visi jelgavnieki gaida mūsēju uzvaru, tā kā mēs to arī mūsējiem novēlēsim. Divi viens. Jelgava 2-1. 2-1. Varbūt 3-2. Mūsēju uzvarēs, pilnīgi noteikti. Skondā ir čempioni. Tikai Skondā. Skondā vienmēr uzvarēs. Thank you.
Bakas Skontoklu atstāvā numurs 17 Andrejs Kovaļovs. Rezultāts 0-2. Бойцовская игра была, и мы изначально понимали, что Елгавы просто ничего не бывает. Понимали, что на втором месте уходит сегодня красота, потому что Елгава команда, которая не дает играть красиво. Плюс испытывали, конечно же, нехватка футболистов. Не хватало 3 лидеров. Конкретные эпизоды, когда Павлов взял пенальти, это было, наверное, ключевой момент, и одержали победу, я считаю, заслуженной, и, в принципе, тут не думаю, что какие-то вопросы могут быть вообще сегодня по сегодняшней игре. Очень жаль, что мы не использовали свои возможности и в первом тайме, и, наверное, соглашусь, что ключевым моментом стал пенальти. И, несмотря на это, имели мы моменты забить и первыми, в первом тайме, и во втором тайме сравнять счет, но в таких играх очень-очень важна вот эта вот реализация. И уже психологически проигрывая 1-0, а потом 2-0, было очень трудно переломить исход игры. Но, тем не менее, я благодарен всем ребятам за то, что старались, за то, что не опустили руки, играли до конца и играли до финального свистка. Да, мы боремся за медали, да, мы в четверке лучших команд Латвии. Но уже с самого начала объективно мы понимаем, что третье место пока на данный момент это то, о чем реальные задачи, так скажем.